Во время беременности придерживаться правильного питания, пожалуй, сложнее всего. Постоянно хочется то ли торта с кремом, то ли маринованных огурчиков, то ли вообще селедки с клубникой. Да и какая тут сила воли, если есть нужно за двоих. Как и перед соблазнами устоять и приучить себя к здоровой пище. Маленькому чуду почти 8 месяцев. Дочка Маша – главный источник радости в семье. Вокруг нее вращается весь мир Железновых. Но до появления девочки на свет Надежде пришлось пережить проявление болезни. Очень долгожданное событие, как бы поздний ребеночек у нас первый. И стремились мы к этой беременности, все. Ну, так случилось, что сдала первичные анализы. Выявили повышенный сахар для беременных женщин 5,1 норма, у меня выявилось 5,6. Естественно, у меня глаза большие, думаю, как так? Поставили гестационный сахарный диабет. Гестационный диабет – заболевание, которое может возникнуть на любом сроке беременности, но чаще во втором и третьем триместрах. Из-за гормональных изменений в организме женщины эффективность инсулина снижается, и уровень глюкозы в крови растет. Последние годы пересмотрены критерии постановки диагноза. Это у нас в России с 2013 года произошло, когда мы начали выставлять гестационный диабет при глюкозе натощак выше 5 и через час после еды выше 7. Раньше мы выставляли при более высоких цифрах. Ну и, конечно, процент диагностики вырос, процент пациенток, которым мы выставляем этот диагноз, увеличился. Но для чего это было сделано? Чтобы сохранить здоровье будущих деток. Во время беременности малыш растет и развивается за счет плаценты мамы. Однако через нее свободно поступают не только питательные вещества, но и глюкоза. Собственно, эндокринная система крохи начнет работать лишь на 28-й неделе беременности. А до тех пор поджелудочная железа женщины вырабатывает инсулин на двоих. Но она может не справиться с возросшей нагрузкой. Избыток глюкозы опасен для жизни малыша. Само по себе повышение глюкозы опасно для развития будущего ребенка. То есть если для матери незначительное повышение глюкозы не играет большой, существенной роли, то для формирования органов плода это может оказать очень негативное влияние. Фетопатия – это вес плода более 4 килограммов. Ну, соответственно, могут быть определенные пороки развития, дефекты развития внутренних органов. Ну, есть и более обильный список акушерских осложнений, которые, наверное, не стоит пугать женщин. Просто надо поверить, что лучше родить ребенка с весом до 4 килограммов. Гипергликемия у будущих мам не редкость, однако не у всех это переходит в диабет. В зоне риска женщины с лишним весом и те, у кого первый малыш родился богатырем, более 4 килограммов. Нередко ранняя гипергликемия во время беременности – это скрытый диабет второго типа. Особенно если есть генетическая предрасположенность к развитию недуга. И тогда только контроля уровня глюкозы недостаточно. Женщине назначают инсулин. Лечение другими сахароснижающими препаратами недопустимо. Их безопасность для будущего ребенка не доказана. Считается, что у родителей с диабетом ребенок родится с тем же диагнозом. Это заблуждение. Многое зависит от типа заболевания. Если оба родителя диабетики первого типа, риск развития заболевания у малыша от 10 до 25%. Если только отец – 6%. У мамы в возрасте до 25 лет вероятность передать малышу диабет – 4%, а после этого возрастного порога – всего 1%. С диабетом второго типа сложнее. Выявленный у женщины недуг увеличивает риск для ребенка до 14%. Если же оба родителя диабетики второго типа, вероятность передать заболевание по наследству возрастает до 50%. Тревога чаще всего связана с тем, что у человека недостаток информации, либо какие-то мифы, которые ходят в простонародье, не имеют отношения к реальности. И тогда, опять же, гинеколог, эндокринолог, который объективно, научным языком объяснит ситуацию, которая есть на самом деле. Это цемент, на котором женщина может основываться. Свести к минимуму риск осложнений для мамы и для малыша позволяет правильное лечение. И в основе его сбалансированное питание.
Узнав о своем диагнозе, Надя изменила рацион. Когда на другой чаше весов здоровье твоего ребенка, о собственных капризах в еде уже не думаешь. Только о том, как избежать резких скачков глюкозы. От сладкого, мучного очень сильно подскакивает сахар. Это вот, да, я увидела эту динамику и думаю, то есть это как бы это не мои продукты на данный момент. Ни печенье, ни тортики, там, то, что я как бы, в принципе, такой пышной формы человечек. Я очень люблю сладенького такого всего. То есть, естественно, от этого уже стали уходить. Муж мой тоже меня контролировал. То есть ничего такого сильного мы не позволяли себе, не покупали. То есть нет дома наличия этого продукта, соответственно, нет соблазна. И это правильно. Интересное положение не означает, что есть можно все, что захочется. О любимых беременными маринованных огурцах, помидорах и прочих консервированных плодах урожая в этом случае придется забыть. Отеки и скачки глюкозы будущим мамам ни к чему. Заменой маринадам станут свежие и тушеные овощи – капуста, кабачки, тыква, огурцы и томаты. В них меньше 5% углеводов, а значит больше пользы. Картофель, морковь и свекла допускаются, но в ограниченном количестве. С возникновением беременности ситуация по питанию должна у нас немножко поменяться. Чего мы боимся? Значит, мы боимся гипергликемии. Гипергликемия очень плохо отразится на плоде. На плоду матери-то, может быть, ничего и не будет. Но плод будет чувствовать себя плохо. То есть при гипергликемии накапливаются кетоновые тела в крови, они обладают тератогенным влиянием на плод. И ухудшается кровоснабжение между мамой и ее будущим ребенком. То есть нарушается вот эта связь. Поэтому надо сахара стараться держать стабильными. Чтобы справиться с сахарными штормами, нужно есть больше сложных углеводов. Если макароны, то из твердых сортов. Если крупы, то гречневая, овсяная или перловая. Они надолго сохранят чувство сытости, а значит избавят от внезапных приступов голода. Кстати, перекусывать фруктами, как многие привыкли, нужно без фанатизма. Яблоки, апельсины, груши допускаются в первой половине дня и не больше 2-3 плодов в сутки. Бананы, виноград, финики и сухофрукты и вовсе под запретом. А вот орехи можно, будь то грецкий, фундук, миндаль или арахис. Правда, с поправкой на высокую калорийность. Беременным нельзя сильно ограничивать углеводы. Мы говорим про сложные углеводы. Простые сохраняются те же требования. То есть убираем сахар, мед, варенье, выпечку, сладости. А вот сложные углеводы нельзя их убрать. Нельзя убрать, потому что мы тогда легко скатимся в гипогликемию. То есть в питании, в ее рационе должно быть 50% углеводов, поскольку нагрузка углеводная возрастает, и где-то примерно 50% белков и жиров. Но белков, если из 50%, должно быть больше, процентов 30 и 20 жиры. И у молодой мамы есть рецепт, который помог ей продержаться на диете до самых родов. Это куриный рулет по-домашнему. Его и приготовим сегодня. Нам понадобится 1 килограмм куриного филе, 2 столовые ложки паприки, соль по вкусу, 45 граммов желатина. Мясо для будущего рулета нарезать длинными брусочками. Смешать со специями, солью и желатином. Добавить 2 столовые ложки воды и оставить мариноваться на 15-20 минут. Мясную смесь выложить сначала в рукав для запекания, а затем в форму. Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Готовый рулет перед подачей остудить, не доставая из пакета. В 100 граммах блюда 230 калорий и чуть больше 16 граммов углеводов. Угощение пришлось по вкусу и близким Надежды, в особенности бабушке, которая приходит нянчиться с любимой внучкой. Она же компаньон Нади в борьбе с лишними килограммами. Лишний вес – это, как сказать, у меня по жизни он как бы присутствует. А теперь мне как-то хочется все же… Постройнеть у меня не получится, но хотя бы придерживаться какого-то веса и не раздобреть дальше, вот все же хочется быть немножко в форме. При диабете любого типа обязательны физические нагрузки. Если вы занимались спортом до беременности, продолжайте это делать. Надя предпочитает длительные прогулки. Дважды в день выходит вместе с группой поддержки подышать свежим воздухом. Количество пройденных шагов постепенно растет. В
Правда, самый маленький участник забега большую часть времени проводит в сладких снах.